На днях жильцы одного из частных домов, расположенных в центральной части Кустаная, почувствовали неприятный запах, исходящий из канализационных отверстий. Проверив септик, люк от которого находится на прилегающей ко двору внешней территории, они обнаружили в нем скелет, о чем сообщили в полицию города. Прибывшие оперативники, криминалисты и эксперты извлекли останки, которые принадлежали человеку. По факту их обнаружения возбудили уголовное дело о совершении убийства. Первая версия была о том, что кто-то совершил где-то на стороне преступления и, грубо говоря, подкинул это тело другим жителям в этот канализационный люк. Люк находится вот на проезжей части, практически его незаметно, маленький такой. Участники специально созданной следственно-оперативной группы, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники городского и областного подразделений полиции, поняли, что о люке, который находится в глухом переулке, вряд ли мог знать кто-то посторонний. Одновременно полицейские выясняли личность погибшего. Мы отрабатывали всех без пропавших. Лиц, находящихся, зарегистрировано у нас в управлении полиции без пропажи за последние 5 лет, лиц, утративших родственные связи с родителями. Одно дело нам было интересно, которое в 2017 году, 1988 года, гражданин города Кустаная, числился как без пропажи. По описанию одежды примерно он был похож. По остаткам одежды родственники опознали кустанайца, которого разыскивали с осени 2017 года. А хозяева вспомнили, что как раз в это время, 3 года назад, над восстановлением их дома, пострадавшего от пожара, работали 4 строителя, в том числе и ныне оказавшийся погибшим мужчина. Оперативники выяснили личности и других работников. Всех их допрашивали, устанавливали, и там уже было ясно, что один из подозреваемых находится в местах лишения свободы, который там работал, один проживал в Красовском районе, один в городе Кустаная тоже занимался также строительной работой и перебивался на временных заработках. Всех подозреваемых арестовали. Уже проведена проверка показаний на месте. Один из них подробно описал, как в каком месте человек был убит, как его тело тащили и сбрасывали в яму. Пока о причинах совершения убийства не сообщается. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств дела. Алексей Кудрявцев, Виталий Луговской, РТН.